Пожалуй, лучший вид физических нагрузок для детей, который ни с чем не сравнится по своей пользе для всестороннего развития, это танцы. Красивая музыка и веселая атмосфера танцкласса улучшают настроение, раскрепощают детей. В Славянском фитнес-клубе «Ивафит» хорошо умеют работать с детьми, которых интересуют танцы. Мы побывали на мастер-классе, который провели для учащихся 17-й средней школы, посещающих летний лагерь, тренер фитнес-клуба вместе с участниками детской танцевальной группы. Школьники старательно повторяли движения тренера, и с каждой минутой они все с большим энтузиазмом вовлекались в это интересное занятие. Зажигательные танцевальные ритмы понравились ребятам, и они совсем не скрывали своих чувств. Мне понравилось. Красивые танцы они танцевали. Молодцы. В фитнес-клубе работают опытные, очень хорошие тренеры. Людмила Лебедева – дипломированный специалист, имеет необходимые лицензии и сертификаты. И еще она просто любит свое дело. Детям это нравится, музыка очень импульсивная, интенсивная, они от этого зажигаются. Поэтому тренировка идет всегда на высшем уровне, потому что у них хорошее настроение. В будущем, да, это очень помогает, они укрепляются, более уверенно становятся в себе. Одна из участниц танцевального мастер-класса, Соня Пацера, с удовольствием приняла в нем участие. Девочка с легкостью справилась с задачами, поставленными тренером. Соня давно занимается танцами и ни капельки не жалеет о своем выборе. Настроение поднимается, ты радуешься, когда ты танцуешь, прыгаешь. Это танцы, это искусство. Это замечательное искусство вполне доступно для всех юных славянцев. Фитнес-клуб «Ивафит» приглашает всех желающих девочек и мальчиков в возрасте от 5 до 17 лет в танцевальные группы. Для того, чтобы записаться, можно позвонить по телефону 8-918-46-49-501 или обратиться по адресу улица Ленина, дом 44.